совсем одна ночь так была коротка. Сказал, что это не мое, и съехал неожиданно. Дурдом продолжается. Уже минут 15, блядь, аларм ебать. Не останавливаясь. Very good information. Вот малость прибарахлился в Нью-Йоркере. У них конец сезона, скидки. Вы когда-нибудь видели шузы такого размера? К сожалению, подвисать уже нет времени. Надо пойти ужин приготовить. А он какой пассажир стал. Ну что, изучил. Больше всего мне понравилось. Ну, короче, погнали наших городских. Не желают есть некоторые члены. Это вам не печка даже на солярке. Знаете, нас тут никогда не видели. Вот здесь торчать смысла нет. Попал, бля. И сесть негде, все места заняты. Скотовоз. Ой. Если бы не он, все было бы не так плохо. Но это вонь от него. Все, блин, открыто, Настя. Да добрый морнинг. Хотя он не такой уж сильно добрый. Более нельзя сказать, зачем эта ночь так была коротка. Да. Пипец. Относительный, конечно. Но пипец. Ладно, пошли творить добро. Здесь по-прежнему нихера не работает. Ай, печечку только включу. Сейчас она что-нибудь. Ну, хорошо, я люмики пооткрывал, только здесь парилка была. Парилка-морилка. Никого там еще нет, никто не работает. Ой, блин. А сварю бы я им просто яйца, там творог дам. Йогурты у йогурта. Никакого настроения на продуктивный творческий труд. Так и сделаю. Так, надо джуз в холодильник, в морозильник, чтобы хоть что-то народ... Ну, а что? Мороженка. Мороженка. Это студент. Сюда его бросил. А кстати, новостью уж не делился. Мясо. Студент-то от нас съехал. Ну, в смысле, кадет. Кадет. Хейка. Или Хея, Хея. Сказал, что это не мое, и съехал неожиданно. Блин, пипец, блядь. Да, это не его.
Как стало жарко, в машине там вообще пипец был. Еще и ночью поднимают работать. Нет, это не его. Бросил все, оставил нам мороженку и худо. Классная жизнь. Классная жизнь. Так. Долил воды, еще не закипело. Бля. Чай. Варим, варим, наговарим. Пошло, пошло, поехало. Ну вот тут я допустил ошибку, вернее даже две ошибки. Ну, во-первых, блюдце нужно было положить, ну, как минимум на минуту раньше в кипящую воду. А во-вторых, яйца запускать в воду не такую бурно кипящую, нужно было кастрюлю отставить, туда ввести яйца, а потом по новой поставить на огонь. Даже вот такое треснутое хорошо яйцо не будет выпускать лохмотья белка, а просто останется там, где треснуто, такой как шов от сварки. Собственно, для этого вся эта магия и делается, чтобы из треснутых яиц белок сильно не вытекал. И он действительно таки не вытекает, так что возьмите на вооружение. Можно просто положить какое-нибудь фаянсовое блюдце в кипящую воду, а потом уже туда яйца. Одно треснутое. Одно треснутое. Говорю-ка я их поболее. Правильно? Чего уж зря воздух греть. Творожок, творожок, творожок. Что-то резать, не резать. Не буду пока резать. Вдруг никто не захочет это произведение. Все, ждем. Ждем народ. Чай пьем. Very soft. Not hard boiled, soft. Okay? Okay? Just wait a minute. А тебе в смятку давать яйца? No. Так, хорош, тут уже народ сидит, зубами щелкает, а я все. А я все вертел и варил. Не по правилам распушилась прям без. А битые ничего видно. Так, и сразу выключать. Выключать. О, бля, жара пишет. Дурдом продолжается. Уже минут 15 для товара, ебать. Не останавливаясь. Так. Ну а у нас в квартире газ. Все, приготовил я уже обед, заготовки на ужин. Сейчас рисок поставлю. Времени. Вон на сколько времени. Сейчас накрою и свалю. А то Чива говорит, что сегодня уйдем. Возможно. Я вчера так магазины не посетил, а надо бы по магазинам походить. Может, что-то куплю нужное и полезное в хозяйстве. Тепленько.
тепленько. Надо валить прохладно и приятно. Город хотя бы. Финита. А никак. Никак не уйду. Все последнее движение, Органы движения. Так, тут все выключено. Все. Там все поставлено. Вот еще рис сварится. Вот этот туда докинуть. О, наконец-то выключилось. Так, супчик какой-никакой сварил. Chicken adobo, райс, вежетейблы. Короче, никто не помрет. Я пущу. Work? No. Work every time. What time finish? Should say something? No? Tomorrow. Tomorrow? Who say? Chief? Chief, captain. Stop until 1700. Ah, 1700 finish? No, just stop. Ah, stop? Tomorrow. Very good. Very good information. 5 часов остановится и завтра только, конечно. Сегодня 5 часов. Все хорошо. Отдыхать. Вот что символизирует сей монумент на въезде в порт, не гуглил, не знаю. Но могу только догадки построить, что символизирует ворота страны во внешний мир. Копер – единственный порт в Словении. Может быть, это? А вы как думаете? Вот малость прибарахлился в Нью-Йоркере. Легкие маечки и все такое. У них конец сезона, скидки. Почему бы не воспользоваться дешевизной? Хорошее качество. Так что будем носить. Народу мало. Машин много. Еще пойдем. Все, теперь окончательно прибарахлился, пришузился. Гипермаркет. Теперь на пляж. Впрочем, я это снимал уже, кажется. Ну, только что никак они взлетают, эти чаищи. Улетели. Так, а куда мне? Вот в ту сторону. Ну, за моей спиной стадион и оставшийся гипермаркет, а мне вот туда, вот в эти ворота. Старую часть города. Пошли. А ну, конечно, в ту сторону, может быть, даже и быстрее будет, если вдоль пойти. Но как-то по старым улочкам приятно. Не пойдем туда тоже, пойдем по наезженной.
На пляж, на пляж. Вот здесь, ну, ловить нечего. Вы когда-нибудь видели шузы такого размера? Я тоже первый раз вижу. Пошивочная мастерская. Прикол. Туристы фоткаются. Я тоже. Люди здесь живут. Только я, по-моему, в тупичок зашел. Ну ладно, пойдем туда. Здесь мы вчера вечером гуляли. И музычка живая играла. Может, и сегодня еще будет играть, если мы достоим. Послушаем. Так, нам на пляж. Прямо. Вот у них тут прокат велобайков. 30 минут 8 евро, час 12 евро. Надо будет воспользоваться как-нибудь на трезвую голову. Так, ну, пляж. Быстренько скупнуться и на пароход. Народу не так много. Под вечер мы приходили, поболее было. Ладно, где припасть? На старом месте, ну где-то здесь. К сожалению, подвисать уже нет времени. Надо пойти ужин приготовить. А вон какой пассажир стал. Где ему еще стоять, как не на пляже. Все, а я пошел ножками. Все, погнали наших городских. Кораблик этот прекрасный, да?
прикольная вещица. О. Тут вообще классно, да? Тенечки так поотвисать. Покушать пицку. Кстати, мы вчера не доперли. Тут он туалет, вот он. И такой приличный. С раздвижными дверями, с писсуарами. Все как положено. Так, идем. На лайнер. Мимо другого лайнера. Все-таки время у меня чуть-чуть есть, поэтому я в ресторан зайду. Посмотрим, что на это. Ресторация зовется Шпикер. И, по-моему, отсюда клевый вид. Hello. Вон наш пляж. Пароход. Ну, сейчас пивка дернем и пойдем дальше. Меню. Но потом посмотрю. Есть я, конечно, сейчас не буду. Просто интересно. Ну что, изучил. Больше всего мне понравилось обозначение языка, на котором нужно читать. Сразу по флагу видно, что тебе надо искать. Оливковый суп или soup aux olives. Сейчас, конечно, ничего не буду заказывать. Сейчас допью пиво и пошагаю на пароход. Ну, вот это вот красавца. А так, конечно, прикольно сидеть, посматривать на порт, который рядом. На пляж. Вон МСТ какой-то заходит. Как той присказки, да? Люблю корабль с берега, у моря на картинке. Хорошо. Хорошо. Северный Юпитер, однако. У меня на пароходе тоже есть один Юпитер. Только не северный. Надо будет приколоть его. Нашего космона. Серьезная шайба, да? По сравнению с нашим корыцем. Ну что сказать, я и на таких работал. 22-24 человека ваш. Не знаю, на тысяч сколько ящиков. Ну, 1008, наверное. Может, и меньше. Ну вот, чтобы так постоять несколько дней на одном месте. Она.
Это в редчайших исключениях. Так что лучше кормить 8-9 человек и вот так вот отдыхать, чем бегать по всему свету на таком лайнере. Разница пару сотен долларов, не больше. В зарплате. Ладно, пусть Северный Юпитер швартуется, а я пошел своих кормить. Попозже сюда приду. Чертяка. Так и напугаться можно, если воткнуться в него носом. Да, вот такой он лайнерочек. Но здесь надо только пассажирам работать. На камбузе, ну его нафиг. Разве что по молодости лет и холостом. В хорошем месте стоят. Ничего не скажешь, пассажир. Ну тут все прелести для пассажиров, вот для этих. Security. Ну мы идем мимо, нам оно не надо. Уже сказать, мощный лайнер, ничего не скажешь. И симпатичный. В натуре. Пашут, работают, а мы дурака валяем. Ну что, я, как говорится, на месте. Печки включил. Сейчас что-нибудь ням-ням сделаем. Тут ни хрена не работает. Народ поел. Все здесь. Сейчас начнем. Так, достать мясо. Следующим номером нашей программы. Ай-яй-яй. Не светом, блин.
хотел сказать, не тепла. Тепла тут хватает, что мама не орёт. Излишки, они нам не нужны, жарить будем почти что на сухую. Чуток топленого добавить масла. Короче, погнали наших городских. Вот это. Как-то они не сильно разогрелись. Сковородоньки мои. Ладно. Возле течек. Но лучше всего вот здесь вот, возле трубы, правда, нужно сквозняк. Лет холодильник, метров две. Без сквозняка здесь пипец. Просто пипец. Кстати, у меня, по-моему, там вентилятор есть где-то. Видите? Запрятаны. Надо их использовать. Фу. Вообще так, ничего. Терпимо. Это вам не печка даже, на солярке. Знаете, на таких никогда не видели. Я видел, но правда не работал, потому что еще матросом был. А были такие печки. Так на солярке за счастье считались. Они вообще-то на угле раньше были. Потому что это был реальный пароход. На пару. Steamship. И бегом сюда, фоточки. О, хорошо. Так, соус ready. Pork chop ready. So rice of course ready. So we start. Желают есть некоторые члены нашего экипажа, блин. А я набегался, накупался. Холодный, несмотря на жаркую погоду. Кое-кто уже который день не подходит к станку. Да бог с ним. Наше дело приготовить. Как это? Нет, наше дело прокукарекать, а там хоть и не расцветай. Это оно. Хороший аппетит, здоровья. Вай-вай-вай! Пароход тащат. А, главная новость, скотовоз ушел. Теперь ночью будем дышать свежим повитром. Так как Амиру разрузили, подскочила. А нас опять принялись выгружать. То есть загружать. До 9 часов будет работать. И все равно стоим до завтра. Так что все вырели. Опять тащит пароходик. Наполи, итальянец, кстати. Чистый итальянец. Наполи, вон флаг. Какой надо.
Ладно. Пошел купаться. Пока что под душем. А потом зайдешь и на пляж. Попросишь опять. Здесь торчать. Смысла нет. Срочная эвакуация с пляжа. Задерживаться допоздна на пляже, на ночном, это, знаете ли, прикольно. Но вот когда срывается такой ветер неожиданно, а срывается он в Купере, как оказалось, довольно-таки часто, это немножко необычно, а порой совсем не прикольно. Но народ к этому привык. Браво, браво, браво. Пошли дальше посмотрим. Попал, бля. И сесть негде, все места заняты. Официанты не обслуживают мне столиков. Весело, короче. Час и за. Все. Опа. Ну это уже далеко. Ушел. Дождь кончился. Чуть-чуть только ветерок. Сразу стало хорошо, хорошо. Все, помытое, помытое. Так, еще немножко походите на пароход. Сразу тянет куда? Водичку, да, на Триест. Сейчас покажу. Жарко. Не знаю, сколько градусов. Не замерял, но жарко. На пароходе единственное место, где можно тусануться. Не в жирюке, а? На нашем теперешнем контейнероносце. Вон какие мы. Ты посмотри на нее.